Ньюбери, потом представитель Грузии Грузин Майсурадзе и Игорь Зинченко, катающийся за Польшу, и потом еще француз. Так что, честно говоря, тут сейчас возможно, что даже дойдет очередь, и даже с таким прокатом Айропетян может и протиснется в произвольную. Но все зависит уже от выступления фигуристов из этой разминки. Так Грэхэм Ньюбери. Брейкдансом он сделал выезд из тройного акселя. Мне кажется, чуть-чуть не докрутил, и поэтому уже второй прыжок тоже не получился с чистым выездом. Написано, что должно быть яркое ребро перед самим вылетом в Луц. Британский чемпион Грэхэм Ньюбери, который вообще он родился в Америке, и тренирует его отец Кристиан Ньюбери, который в прошлом был как раз тоже чемпионом Британии.